Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирюха, Полканов, можете вводить по ним при регистрации. Также не забывайте вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет очень интересное, необычное видео. Посмотрите его от начала до конца, чтобы вообще понять суть видео. Давайте я вам вкратце объясню, что вообще произошло. Я сидел такой за компом в 9 утра, и мне написал подписчик ВКонтакте то, что его как бы обманули на машину Тесла. Его обманул его друг, которому он дал эту машину в кредит. Но они с ним, я так понял, поссорились, и этот друг, который взял машину в кредит, не захотел ему ее отдавать. Он мне скинул переписку, скинул голосовые, где они об этом разговаривали, и я решил ему помочь. Я зашел в игру, нашел данного игрока и уже потом телепортировал его к себе. И там уже начался разговор, а что было дальше, вы в принципе посмотрите в серии, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, вот этот игрок нам нужен. Получается, он обманул своего друга. Он взял эту машину в кредит и не хочет отдавать деньги. Поэтому сейчас мы телепортируем к себе в АЗ-зону. 142 ID. И с ним попробуем пообщаться. 142 ID. Здравствуйте, я администратор, мне нужно с вами поговорить. У вас есть голосовой чат? Включите звук, пожалуйста. Он меня узнал, он знает, что я ютубер, но сегодня разговор будет как бы не очень обычный. Пусть он звук включит, потому что мне нужно с ним поговорить, а писать я не хочу. Мне нужно серьезно с вами поговорить. Если мы не поговорим, мне нужно будет выдать вам бан до выяснения. Как бы я ему сразу говорю то, что мне нужно с ним поговорить, а писать я как бы не хочу, это будет сильно долго. Мне нужно именно с ним поговорить лично. Давай я даже знаю, по какому поводу. Отдаешь машину или хочешь получить бан? Давайте с ним поговорим вообще, что он скажет. Мой друг, он написал. Я как бы могу ему предложить кое-что другое, чтобы он как бы работал. Я ему могу предложить свою машину отдать взамен. Во-первых, он мне ее подарил. Есть как бы переписка, где ты говоришь лично, что он тебе ее дал в кредит. Как бы есть переписочка, братанчик, то что тебе ее как бы не подарили, тебе ее дали в кредит. Ты отдаешь ему машину, а я тебе отдаю свою, чтобы тебе было на чем ездить. Давайте, в принципе, так с ним договоримся, потому что как бы банить я его не особо хочу. Я вообще тут твой подписчик, лайки на каждый. Ну так решай, что ты выбираешь. Хорошо, заходи в игру, он тебе машину даст. Только быстрее. Ну, пацан, это хорошо, то, что это все так решается, потому что, ну, я не хотел никого банить. Кидай машину мне, потому что у него нету слотов, я потом ему ее отдам. Ну, это хорошо, то, что это все так решается, но, блин, то, что он его обманул на Теслу, это, конечно, жестко. Да, я готов пожертвовать своей машиной, как бы, чтобы ему отдать. Так, теперь давайте я ему отдам машину. Сейчас я ему отдам, получается, свою машину. Все, я отдаю ему свою машину. Да, конечно, как бы я не должен был этого делать, но чтобы ему было на чем ездить, я ему отдал свою тачку. Все, я Теслу забрал, я отдал ему свою машину, чтобы ему было на чем передвигаться. Да, напишешь, я тебе машину отдам. Но на этом, пацаны, все не закончилось, потому что через час мне написал данный игрок, которому помогал, то, что в аккаунт взломал чувак, у которого я собрал Теслу. Я, конечно же, в это не особо поверил, потому что у меня были свои дела, я не хотел этим заниматься. В итоге, как я понял, его забанили. Я это не проверял, но он написал то, что его аккаунт забанили, и он попросил меня передать ему машину на другой аккаунт. Ситуация, пацаны, максимально запутанная, потому что я, честно, ни хрена не понял. Сначала он попросил помочь ему забрать машину у друга, которому он дал эту машину в кредит, но они с ним поссорились, и в итоге он не захотел ему выплачивать деньги. Я ему помог, я забрал машину, как бы, и тому пацану дал свою машину. Но в итоге через час его якобы взломал этот пацан, которому я дал свою машину, и он
просит меня перекинуть машину на другой аккаунт, на аккаунт его брата, но честно, я думаю то, что это его второй аккаунт, потому что я не уверен, пацаны, я не уверен то, что это реально его брат, типа, я ему дал машину, все переписки будут у вас на экране, пацаны, я не знаю, что вам еще рассказать, но я просто в шоке. Машину я как бы отдал, машину я отдал на тот аккаунт, который он мне написал. У меня маленький уровень админки, я не могу все полностью проверить, у меня нету логов, я не могу там посмотреть в бане его аккаунт или нет, поэтому, пацаны, что есть, то есть. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.